Техника классическая. Концентрируем кожную складку, вводим иглу под 90 градусов и инфильтрируем препарат. Следующая техника – папульная. Эта техника чаще всего применяется при коррекции эстетических недостатков лица, шеи и декольте. Следующая техника – линейно-ретроградная. Применяется для коррекции морщин и складок. Вводится игла, и на выходе вводится препарат. И последняя техника. Эта техника напаж. Это поверхностная техника, которая работает с эпидермальным слоем, а также для введения сосудистых препаратов из кожи головы.